небольшой перекур у меня, поэтому могу сейчас показать результат своего труда. О, какой паучище. Шайба, бе, фу. Короче, я пока по черновому тут налепил полок, чтобы всякие ГСМ-материалы спрятать с пола, соответственно, ее вот сюда вот все это дело к стене убрать. Вот, пока ничего не шкурил, это сделаю потом, когда будет, собственно, день, а не пол первого ночи. Итак, соседи порадовались, когда я, наверное, пилой, обычной ручной ножовкой пилил эти три полки, потому что лобзики я тоже, в общем-то, не вовремя увез в квартиру. Так, и еще одно глобальное изменение. Это вот такая импровизированная дверь в гараж. Времени без 5:02 ночи. Я сегодня проработал где-то часа полтора и разобрал, наверное, одну из самых сложных областей. Это часть гаража, где было все завалено. В общем, я так прикинул, что здесь, наверное, будет хорошо поставить что-то вроде сверлильного станка. Что-то такое, что не очень будет сильно искрить, потому что здесь ГСМ. Конечно, это все закроется, но тем не менее. Вот, и так вот удачно нашлась практически столешница в размер к этому столику. Доску я уберу, столешницу приделаю, будет хорошо. И сюда какой-нибудь станочек можно будет поставить. Розетка тут есть. Осталось потом сделать вот тут вот, прибрать туристический угол, спальники, палатки, все такое. И поправить полку. Здесь вот давно стоит доска. Или даже фанера, я не знаю. Что... Ну, в общем, она уже провисает. Надо ее укреплять, чтобы она не сломалась. Вот такой вот сегодня плодотворный вечер получился. Много места стало сразу. Хорошо, что руки не опускаются.